Всем доброго утра. Вот сегодня погодка такая хорошая, солнечная. Вчера был снег, а сегодня вот солнышко. Вот пришел погулять вот по парку, думаю, свежим воздухом подышу. Вот. Так что вот такие вот дела. Анталия вот так вот. Снег за 54 года первый раз был. И все, тю-тю. Все зелено, все хорошо. Ну, надо вам прекрасное тоже показывать, природу. Вы, наверное, устали от показа квартир, шопингов. Надо что-то на прекрасное смотреть. А вот это прекрасно, вот лес вот такой вот. Так что спасибо еще раз за комментарии. Вот. По вашим комментариям буду делать ролики. Сегодня мне хороший повод дал мой и подписчик, и мой дорогой брат о двуличии людей. Двуличие людей. К сожалению, я к этому уже привык. Я привык даже к тому, что те люди, которые со мной кушают, чай пьют, идут также чай пьют и кушают с теми, которые меня обливали грязью и продолжают обливать грязью. Ну, такие люди, да. Для у этих людей веры нет, религии нет у этих людей. Потому что сами такие конченые люди. Их людьми нельзя называть, понимаете, дорогой брат. Вы правильно замечание сделали. Вот, вы очень умный человек. Вот, эти люди вот такие, они людьми их нельзя называть, понимаете. Они... У них среда такая, понимаете? Ихняя среда вот такая вот. Они к таким и тянутся, потому что они сами такие же. Вот. Сами такие же, понимаете? Сегодня со мной, завтра с другим. Но идет именно к тому, кто тебя именно обсирает. Обсирает плохой... Ну, гнидом идет. К нормальным людям эти люди не пойдут. Пойдут, чтобы у этих людей информацию взять какую-то. Потом передать тому, который обливает грязью. Но когда этих людей к стенке прижмешь, они будут скулить, как шакалы. Не убивай. Хотя об них руки пачкать, извините. Так что, вот такие вот люди. Не обращайте на это внимания. Вы сказали, сейчас хорошо написали, что не знаю, мне плакать или смеяться. Лучше смейтесь. Лучше смейтесь. Вот. Ай, вот Гулливер, видите? А, памятник Гулливеру. Я сюда прихожу. Вот. Знаете, почему я Гулливера вот уважаю? Потому что он высокий, здоровый человек, а душа была добрая. Вот. У слабых людей душа не бывает добрая. Душа бывает у слабых людей паскливая, понимаете? Паскливая душа. Гадкая душа. Они с вами сегодня за одним столом сели, вас обнимали, целовали, брат, брат. Идут тому, кто тебя обливал грязью и обливает. С ним сидит, кушает, жрет. Вот. И тебя обсуждает. Это ихний, понимаете, это ихний класс, это ихние вот эти. Потому что они таким образом жизни жили всю жизнь. А то, что они прикидываются хорошенькими, это просто образ у них, понимаете, образ. Вот. Вот так вот, такие вот дела. У нас таких людей говорят об чоптиве. Вот. Чоптиве это значит без рода, без племени. Люди, понимаете? Без рода, без племени. Вот.
по-русски говоря, шарики. Я уже вам говорил, что шарики могут быть разные. Это не значит, что шарик, короче, который около мусорки ходит, этот шарик. Нет. Шарики могут даже со стороны, ой, солидные люди. Вроде бы состоятельные, на самом деле гнилье внутри. Так что не обращайте на это внимания. Иначе инсульт, инфаркт обеспечен. Зачем это надо? Пусть у них инфаркт будет от того, что вы хорошо живете. Пусть они будут кое-где волоса рвать, что вам хорошо. Вот, понимаете? Вот такие вот дела. Всех вам благ и доброго утра еще раз.